Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Клекова. Я топ-брокер по продаже недвижимости, владелец компании Angard Real Estate и автор методики продажи недвижимости за 30 дней. Я очень щепетильно и трепетно отношусь к своему образованию и всегда выбираю только лучших мастеров, у которых я готова учиться. Когда мы познакомились с Марией Озаренок, я сразу поняла, что этот преподаватель, этот бизнес-тренер, спикер – это вот то, что мне нужно. Все, что есть в Марии – это обаяние, харизма, подача информации, уровень ее образования, уровень ее энергетики – это все мне импонирует. И именно таких людей я всегда ищу для того, чтобы обучаться именно у них. И так как я человек постоянно занятой, для меня важен формат обучения, и я всегда выбираю личный консалтинг. И я пришла к Маше именно с этой просьбой, чтобы она работала со мной в личных консультациях. Уже после того, как мы стали заниматься, я посмотрела на свой бизнес совершенно другими глазами. Я поняла, чего недостает, каких винтиков, потому что я все-таки бизнесмен такой старой формации и внедряла всегда те фишки, которые соответствуют времени. Но время сейчас развивается с такой бешеной скоростью, ну, что просто не успеваешь. Вот. И, соответственно, Мария дала мне посмотреть на то, что я в своем бизнесе могу использовать также свой личный бренд для привлечения клиентов, для развития, для выхода на новую аудиторию, для поднятия своего уровня дохода в том числе. И после того, как я узнала, что есть курс, запускает Маша первый курс «Будь брендом один», и там есть VIP-участие вместе с личными консультациями, да еще и другие спикеры, которых можно послушать. Но я вообще не сомневалась, что мне туда. Значит, что мне понравилось в этом курсе? Первое – это формат обучения. Все настолько структурировано и системно, что фактически ваш бизнес или бизнес-проект вы проходите с нуля, от формирования своей ценности, миссии, видения, что является фундаментом любого бизнеса, до делегирования, построения команды и систематизации. Что я узнала, что я открыла для себя? Я поняла, кто я, какую ценность я несу людям, чем я помогаю своим клиентам, кто является моей целевой аудиторией, проработала свою миссию, видение, цели, задачи, стратегию, контент-план. Плюс я поняла, как я должна выглядеть, как я должна говорить, что такое стиль, что такое социальные сети, как с ними работать. Количество информации такое огромное, что я думаю, что на протяжении всего этого года я буду пересматривать каждый урок и черпать все новую и новую информацию и новые идеи. Что касается формата обучения, также очень ценно то, что записи можно смотреть в любое время. Так как я человек очень занятой, то у меня не всегда была возможность посещать мероприятия, занятия именно в то время, когда оно обозначено. И я с радостью пересматривала каждую лекцию и делала домашнее задание. Кстати, формат домашних заданий – это уникальная, удивительная вещь. Потому что все мы знаем, что информация у нас усваивается не с первого раза. Ну, как говорится, в одно ухо вошло, в другое вылетело. Сегодня послушал, завтра забыл. И именно домашнее задание позволяет нам сразу внедрить то, что мы услышали, или хотя бы 20-30% из того, что мы услышали. Поэтому Мария организовала все очень грамотно. Упаковка, контент, спикеры, ну и сама Маша, которая просто поражает своим обаянием, темпераментом. Ее всегда приятно слушать. Что изменилось в моем бизнесе? Первое. Я задумалась над упаковкой, над контент-планом и уже начала реализовывать. Да, я начала записывать видеоролики, я начала писать посты другие по качеству. У меня увеличилось количество подписчиков. Я поняла, кто моя целевая аудитория и что месседж, который я несу, он именно для моей целевой аудитории должен транслироваться. Также я начала формировать команду своей мечты. Я поняла, что я могу больше делегировать. Я поняла, где искать и как
взаимодействовать с помощниками административными, которые занимаются всеми текущими вопросами, чтобы освободить меня для самого главного, для того, что я умею и люблю делать. А умею и люблю делать – это именно продажа недвижимости за 30 дней. Я разработала уникальную методику, которая помогает моим клиентам получить предложение на покупку своего объекта уже через 30 дней. Друзья, кому могу рекомендовать этот курс? Я хочу, чтобы каждый, кто задумывается не только над развитием своего бренда, своего бизнеса, но и над развитием своей личности, над своим личностным ростом, всем, кто хочет развиваться, кто хочет получать новые знания, кто хочет монетизировать свои знания. Ну и тем более я рекомендую этот курс пройти риэлторам, да, своим коллегам, потому что я вижу, как наш рынок отстает в плане формирования вот личного брендинга. Вот, друзья, всем спасибо, всем успехов, до скорых встреч!